монолитного перекрытия является возведение опалубки. Опалубка должна быть прочной, жесткой и устойчивой. Если при бетонировании стен какой-то небольшой косяк в опалубке, он в принципе не смертелен, но выдавить там немножко будет какая-то грыжа, то при бетонировании монолитного перекрытия подобные оплошности могут привести к тому, что вся конструкция рухнет на землю. Поэтому здесь надо быть особенно внимательным. У себя в группе я неоднократно выкладывал аварии, где как раз происходило разрушение монолитного перекрытия из-за некачественной опалубки. Сейчас я покажу вам свою конструкцию опалубки снизу и потом залезу, покажу сверху. Так выглядит опалубка снизу. Идут в поперечном и в продольном направлении поверху балки сечением 50 на 100 мм. В перекрестии стоят стойки сечением 50 на 65 мм, то есть 200-50 доску я распускал на 3 стойки. Низ стоек по низу также обвязан для того, чтобы не было их случайного смещения. И все стойки, они стоят четко по уровню в обеих плоскостях. На стойку будет действовать нагрузка примерно там 450-500 килограммов с учетом 20-сантиметровой плиты, с учетом того, что где-то там человек будет ходить. Я не поленился, сделал расчет на устойчивость, и значит данные стойки, если брать древесину третьего сорта, они не проходят на устойчивость. Древесина второго сорта проходит на грани фола, там коэффициент использования 95%. Поэтому было принято какое решение? Уменьшить расчетную длину стоек в два раза. Каким образом? Посередине я опускаю распорки в поперечном, в продольном направлении, тем самым уменьшается расчетная длина в два раза, уменьшается гибкость в два раза, и коэффициент использования в плане работы на устойчивость составляет примерно 30%. То есть фактически 3-4-кратный запас работы на устойчивость. И еще хочу сделать такой важный акцент на то, что весь лес, весь пиломатериал, он используется повторно. То есть это все те запасы, которые остались с прошлого года. Это в основном были 50-е доски, и я их распускал. Распускал на балки, распускал на стойки. Это, конечно же, не может меня не радовать, потому что экономия достаточно существенна. Так выглядит опалубка сверху, уже начал стелить настил, из 25-й доски практически все застелил. Здесь у меня лежат 25-й доски 150-й шириной, по-моему, были у меня в резерве, а основное заполнение идет из доски 25 на 75 мм. Если вы помните, она была на щитовой опалубке. Расстояние между балками здесь 80 сантиметров. Для 25-й доски в плане жесткости этого недостаточно, поэтому посередине я опустил еще тэшки. Как раз они были на ребрах той самой мелкощитовой опалубки. По высоте они как раз аккурат совпадают с балкой, то есть балки высотой 10 сантиметров и тэшки высотой 10 сантиметров. Сильно саморезы я сюда стараюсь не вкручивать, потому что собрать опалубку дело одно, а разобрать уже совсем другое. Настил у меня прикручен только по краям, а заполнение просто лежит своим весом. То же самое касается тэшек, они просто лежат, не прикручены. Все выставлено по уровню, правила не буду прикладывать. Ну, там играет, но немножко 2-3, где-то максимум 4 мм, то есть в пределах погрешности материала. Конечно, можно было все застелить фанеры, но это неподъемное удовольствие, стоит она там 300-400-500 рублей доходит за квадратный метр. А настил, если даже 6000 за куб 25-й доски, выходит 150 рублей за квадратный метр. Впоследствии сюда постелю какую-нибудь пленку для того, чтобы бетон лучше растекался, для того, чтобы туда внутрь подвала ничего не просачивалось, и будет хорошо. На данном этапе полностью готова опалубка для подвала, выполнена отбортовка, отбита толщина плиты 20 сантиметров. Также здесь увидите планировку комнат подвала, я уже снимал ролик отдельный на эту тему, нужна для того, чтобы по ней ориентироваться и выводить электрику в нужных точках. Что касается настила, то доски я все-таки протянул саморезами, потому что их коробит, и они выгибаются в разные стороны, как коромысла. Я их плотно прижимал друг к другу, но на жаре они усохли,
появились щели, когда наоборот идет дождик, они разбухают, и тогда вообще щелей нету. В общем, с этим что решил делать? Крупные щели пропеню, а с мелкими ничего не буду делать, потому что будет пленка сверху укладываться, и внутрь туда ничего не протекет. Даже если где-то будут какие-то борозды снизу, то для меня это не принципиально. За какой-то глянцевой поверхностью я не гонюсь. По настилу, наверное, все. И здесь вот, где лестница, тоже будет выполнена отбортовка. Вот как раз вот здесь вот угол. И вот так вот она будет идти, вот, примерно до болгарки. Проем, по-моему, 2,40, что ли, на 1,20 м будет или на 1,10 м. И дальше уже будут идти железобетонные работы. Устройство арматурного каркаса и бетонирование. Первая полоса готова к заливке бетонной смесью. Что здесь было сделано? Снизу уложена полиэтиленовая армированная пленка для того, чтобы нижняя поверхность была поглажей, для того, чтобы не было протекания. Защитный слой выполнен в виде вот таких вот самодельных кубиков. Самый такой бюджетный и самый суровый вариант. Уложены кабеля на розетке, на освещение. На розетке идет ВВГ 3 на 2,5, на освещение 3 на 1,5. Очень важно кабеля укладывать вот именно по центру ячейки. Не допускается укладывать кабель, гофру вдоль арматуры, потому что в этом случае сцепление данного стержня будет существенно уменьшено. И все кабеля, они выведены в одну точку, где в дальнейшем будет установлен распределительный щит. И само собой там висят бирки для того, чтобы потом не пришлось как-то прозванивать эти кабеля на предмет соответствия. Здесь вот установлены два вентиляционных отвода. Будет для каждой комнаты своя вентиляция из стандартных 110-х отводов и муфт. Отбортовка выполнена в виде доски 50 на 200 мм. Какая толщина плиты, такая и доска. Предварительно на доске разметил расположение арматуры и потом с помощью цепной электропилы выпилил пазы, вставил туда стержни и запенил. С обратной стороны здесь тоже не все так просто. К доске прибита вот такая вот рейка для того, чтобы здесь был такой паз, чтобы участки плиты, они имели дополнительное сцепление между собой. Сейчас покажу само армирование. Вот здесь висят карты армирования, распечатанные из CAD, соответственно, вот это вот нижнее армирование, вот это вот верхнее армирование. По нижнему армированию сетка учащается от периферии к центру, то есть вот это вот черное, это максимальные пролетные моменты, а верхняя сетка наоборот, будет располагаться в основном по контуру плиты. В центре верхней сетки не будет. И здесь вот черные полоски, это максимальные опорные моменты, соответственно, по X, то есть это вот так вот будет действовать, и по Y в вертикальном направлении. И в соответствии с данным армированием и выполнялись сетки. И еще такой один интересный момент. Узел сопряжения стены подвала с плитой выполнен следующим образом. Я знаю, что в стене вообще по-хорошему должно быть две сетки, одна внутри, другая снаружи, и узлы тогда будут, скажем так, более жесткие. Но если вот одна сетка, то стержни вот подгибаются, доводятся как можно дальше до наружного края плиты, то есть до верхнего, и подгибаются. Вот таким вот образом будет выполнена анкеровка арматуры стены и плиты. А верхние стержни, они наоборот вот идут вот так вот и подгибаются туда вот вниз. Вчера с другом залили первую полосу. Объем бетона, который на нее понадобился, примерно 2,5 куба. По времени примерно 4-4,5 часа. Протягивал я участок вот этой вот гладилкой, то есть метровая провила на палке. Ну и поверхность получилась относительно гладкой. Вот здесь вот лежит трехметровая провила, а оно касается поверхности, ну, практически во всех точках.
Правда, здесь вот участок более-менее ровный, а там вот имеется небольшой перепад. Но в любом случае погрешность не больше сантиметра. Бетон я традиционно замешивал с гиперпластификатором глиониум 115. Он хорошо пластифицирует смесь. Смесь, кстати, делал довольно-таки подвижную, чтобы она лучше растекалась, чтобы меньше пришлось вибрировать. Да, пускай лишнее количество воды, оно идет в ущерб прочности, но здесь все равно с таким пластификатором, с тем количеством цемента, которое я клал в бетон, меньше чем М200, М250, прочность не упустится. Со следующей партии попробую заформовать несколько кубиков и потом, значит, испытать их на прессе. По пропорциям бетон идет 1 к 2 к 4, то есть 7 литров цемента было на бетономешалку, 15 литров песка, 30 литров черней, воды по обстоятельствам. Ну, вот такой вот получился первый участок. Все прошло, кстати, гладко, опалубка выдержала, ничего нигде не повело, не треснуло. В общем, все как рассчитано, так и, значит, так и стоит. Осталось выполнить еще две полосы, примерно такого же объема, может, чуть-чуть поменьше, и перекрытие на подвал будет готово. Готова к бетонированию. И несколько слов об арматуре. Вот эта вот средняя промежуточная полоса, она по своему армированию очень похожа на жестко защемленную балку. То есть максимальные отрицательные моменты будут по краям с этого края и с того края. Максимальные положительные будут в центре. Соответственно, нижняя сетка, она сгущается к центру, а верхняя сетка, она будет действовать только по краям, перекрывать опорный момент. Если вы видите, в центре плиты нет верхней сетки. Уложены кабеля, идет вот этот кабель, выключатель погреба, выключатель кладовой, выключатель котельной, и это лампочка холла. И установлены вентиляционные отводы. Раз, два, и вот там вот за досками установлен третий вентиляционный отвод. Паз в бетоне выглядит вот таким вот образом. Нужен он для лучшего сцепления полос между собой, хотя, опять же, смотрел различные рекомендации, такой вот паз, он в основном нужен для стен, а для плит перекрытий вполне достаточно сделать его ровным. Ну вот, решил заморочиться таким вот образом, это не сильно сложно. К доске, еще раз напоминаю, вот таким вот образом просто прибивается рейка по центру, и за счет этой рейки как раз впоследствии и формируется вот такой вот паз. Доставка будет производиться вот по такому вот трапику, вот оттуда под доском, и, значит, дальше уже на готовый бетон, и оттуда будет вываливаться постепенно с того края и постепенно к этому краю. Здесь потом эти две доски уберутся и заровняется оставшаяся часть. Сегодня забетонировали вторую полосу шириной 2 метра, она чуть-чуть получилась меньше, чем первая. На улице стоит жаркая погода и дует сильный сухой ветер, и чтобы хоть как-то предохранить бетон от рассыхания, от появления осадочных трещин, я его увлажняю с помощью вот такого вот садового опрыскивателя. Ну, впереди осталась заключительная полоса, и перекрытие на подвал будет готово. Заключительная полоса заармирована и полностью готова к бетонированию. Что здесь имеется? Также, значит, здесь идут закладные кабеля. Это выключатели холла, выключатели тамбура, освещение тамбура, розетка. Там вот установлен закладной пустотообразователь под инженерные сети. Здесь стоит отбортовка под лестничный проем. И там вот тоже пустотообразователь по трубу, под инженерные сети. Здесь выведены кабеля, всего 20 штук, которые, соответственно, бетонируются в перекрытие. Здесь вот сбоку от лестницы идет, ну, что-то типа каркаса балки. Здесь идет диагональное, вернее, угловое усиление лестничного проема с этой стороны и с этой стороны. И также по периметру проема обязательно должны стоять, ну, либо P-образные
краевые элементы, либо можно вот верхнюю ногу загнуть вниз, а нижнюю наоборот вверх. То есть вот таким вот образом все это выглядит. По армированию здесь и вверху, и внизу сетки стоят. Единственное только, что вот здесь вот сбоку от лестницы сверху нет армирования, но тем не менее стоит конструктивное краевое армирование. Котельные установлено, выведено вернее 5 розеток. Раз, два, три, четыре и пять. Одна вот эта вот розетка, ну типа силовая, там идет трехфазный кабель ВВГ 5/4. И здесь по электрике вот этот вот кабель, это освещение котельной. Выключатель для нее был забетонирован во второй полосе. Вот так и выглядит заключительный участок. Спустя два дня на улице стоит жара невыносимая, поэтому бетон первые хотя бы три дня, лучше недельку, обильно поливать, чтобы он твердел во влажных условиях, как и положено. Напоминаю, цемент это гидравлическая вяжущая, для его твердения необходима вода. Ну все, недельку постоит и буду производить распалубку. Как раз бетон должен набрать 70% минимум, тем более что на улице средняя температура сейчас около 25 градусов. То есть твердеть он будет быстрее. Вот так выглядит нижняя поверхность плиты перекрытия после демонтажа опалубки. Нету никаких раковин, никаких недоуплотнений. Полиэтиленовая пленка отработала полностью на 100%. Каких-то трещин, которые могли бы появиться в растянутой зоне от собственной лесоплиты, тоже нету. В тех местах, где находились кубики защитного слоя, бетон их полностью обволакивает, и их даже незаметно, если не вглядываться. Электрика. Все кабели висят на своих местах. В центре подвала висят длинные, это выключатели, коротенькие, соответственно, освещение. А по периметру висят кабели на розетке. Вентиляционные каналы тоже стоят на месте. Кое-где уже снял крышку, вернее, она сама снялась во время того, как разбирал доски. Здесь вот поставил такую вот трубу, приточная вентиляция для того, чтобы подвал проветривался. И в этом углу, где будет котельная, здесь были плите две закладные, их выбил. Круглое отверстие под дымовую трубу котла, а прямоугольное отверстие под какие-то инженерные сети. И вот в том углу тоже имеется еще одна небольшая заглушка под инженерные коммуникации, но ее я пока не выбиваю. То есть первый показатель качества выполнения работ перекрытия – это ровность как нижней, так и верхней поверхности и наличие трещин. Следующим шагом я произведу нивелирование верхней поверхности плиты. Я уже произвел одно нивелирование до снятия опалубки, и теперь произведу после, для того, чтобы сравнить разность показаний, вычислить деформации, и уже по ним можно судить, насколько адекватно работает плита, соответствует она той расчетной схеме, которую я в нее заложил, или же нет. Вот они, результаты съемки плиты перекрытия до снятия опалубки и после снятия опалубки. К сожалению, точки немножко не совпадают, потому что делал разметку мелом, дождем все смыло. И повторная разметка была нанесена не совсем на те же самые точки. Но тем не менее, какие-то выводы по данной съемке можно сделать. Здесь я обозначил уже, соответственно, превышение. Что мы здесь видим? Плита, она относительно ровная, то есть разница между самой низкой точкой, это вот этой самой высокой, по-моему, вот это 2 сантиметра. И то здесь вот углы немножко завалены, если брать центральные значения, то здесь погрешность
пределах 10-15 миллиметров. Если сравнить превышение до снятия опалубки и после, то они практически одинаковые. То есть плита, она никак фактически не деформировалась под своим весом, а это ни много ни мало 500 килограмм на квадратный метр. И исходя из этого можно сделать вывод, что плита работает в соответствии с той схемой, которая закладывалась в расчете. То есть это плита, опертая по контуру, жестко защемленная, работающая в двух направлениях. И в заключение общий обзор плиты перекрытия, что получилось. Вот так вот это примерно все выглядит. Рабочие швы я обрашивал болгаркой, по углам сделал на выпуске 4 ампера под связевой каркас, потому что стены будут, скорее всего, либо из кирпича, либо из каких-то крупноформатных стеновых блоков. Здесь уже лежат заготовки для лестничной опалубки, лестничный проем, 20 кабелей. Здесь вот технологические отверстия. А вот там вот самое интересное, это опалубка. Вот такая вот огромная куча. Получилось, не знаю, сколько тут, 2, наверное, 2,5 куба досок. Первая мысль при виде на этот беспредел — все сжечь. Но так опрометчиво поступать не будем. Переберу доски, выкручу саморезы, гвозди и повторно их использовать в каких-то других строительных работах. Слов о вязальной арматуре. Диаметр 0,9. Проволока продается вот в таких вот бухтах по 1,5-2 килограмма. Я, значит, болгаркой разрезал бухту на 3 вот таких вот пучка. Можно, конечно, разрезать и на 4, но я решил, что скупой платит дважды. Лучше пускай она будет подлиннее, тем более, если придется связывать где-то 3 стержня. Бывают бухты круглые, бывают бухты профилированные в виде многоугольника. То есть специально вот такие вот загибы, чтобы по углам можно было ориентироваться и отпиливать пучки на той длины, которая необходима. То есть вариантов здесь тоже может быть несколько. Маленькая хитрость, как загнуть под углом 90 градусов вот этот вот выпуск арматуры для анкеровки его в плиту. Для этого, значит, использую вот такой вот уголок в качестве упора. Ставлю его на определенную высоту, то есть уже по опыту знаю, как он должен стоять. Далее беру вот такую вот самодельную мастырочку. Это труба полдюймовая. И, значит, у нее здесь спилен вот так вот уголок. И здесь наварена еще одна вот труба под углом. То есть вот так вот это выглядит сверху. Придерживаю упор ногой. Засовываю трубу, надеваю трубу на стержень и легким и непринужденным движением загибаю стержень. Труба длинная, упирается немножко в перекрытие. Вот стержень загнут под углом 90 градусов. Как раз загибаю его примерно на таком уровне, чтобы сверху был защитный слой 2-3 сантиметра. Радиус сгиба для 10-й арматуры должен быть не меньше 25 миллиметров. Ну, здесь как раз примерно так и получается. С помощью такой же нехитрой приблуды можно производить гибку обычных стержней. То есть, вот, допустим, лежит стержень, надо загнуть какую-то часть на 90 градусов для анкеровки. Также просовываю стержень в трубу, надавливаю ногой на упор и произвожу гибку. Такая вот конструкция, когда вот здесь вот наварен вот такой вот упор, своего рода оправка, она не гнет стержень, то есть она, ну, относительно деликатная и аккуратно производит гиб. Если же гнуть просто трубой, то острый край, он будет врезаться в стержень, ну и будет не очень хорошо для арматуры.
Еще одна маленькая хитрость, как жестко закрепить вентиляционный отвод к опалубке, чтобы во время бетонирования он не съехал. Для этого я использую обычную заглушку, прикручиваю ее на саморез к настилу и потом, значит, этот отвод сверху надеваю на нее. И другая заглушка, она стоит вот здесь вот сбоку. Через доску я закручиваю саморез в эту заглушку. Таким образом отвод надежно фиксируется в двух точках, внизу и сбоку. И никуда он не съезжает. И к тому же использование заглушек позволяет, предохраняет, вернее, вентиляционный отвод от попадания туда какого-то бетона. Потом просто после разбора опалубки эти заглушки вытаскиваются, и отвод остается чистым. Вот так выглядит уже установленный отвод. То есть на вот этих вот двух заглушках он сидит реально жестко. На него даже можно наступить, не говоря уже про бетонирование. Ничего с ним не будет. Как я делаю вот такие вот пауки или тараканы для того, чтобы потом на них опирать верхнюю сетку. Заранее, значит, гну вот такие вот уголки. Потом беру продольный основной стержень, укладываю его на вот такой вот шаблон. Здесь как раз высота от вот этой опорной пластинки до плахи 11 сантиметров. Плюс примерно 1 сантиметр толщина 10 арматуры. И как раз получается 12 сантиметров, то, что мне нужно. Здесь вот стоят два таких вот упора, чтобы стержень четко сидел. И здесь тоже закручен саморез соосно с этими площадками. Угол здесь выставлен 90 градусов. Просто выставляю вот сюда вот стержень и точечно привариваю уголок к основной направляющей. И в итоге вот получаются вот такие вот пауки идеальной высоты. То есть все точно, все аккуратно и очень быстро. Еще одна маленькая хитрость – это вот такие вот закладные пустотообразователи для трубы. Здесь для каких-то инженерных сетей выполнил я их из пеноплекса, поскольку толщина плиты 20 сантиметров, то здесь 4 листа по 5 сантиметров. Используя утеплитель там толщиной 2, 3, 5 сантиметров стандартные размеры, можно набрать вообще любую толщину, комбинируя эти листы между собой. Прикрутил я их к опалубке с помощью вот таких вот длинных саморезов для сэндвич-панелей. Держится реально очень жестко, ничего нигде не болтается. Вот этот вот круглый пустотообразователь я отметил по ведру нужного диаметра. Можно взять любой другой круглый предмет, крышку от кастрюли, тарелку, блюдце, все что угодно. И вырезал я их лобзиком. Пилка по дереву просто замечательно режет пеноплекс, и получилась такая гладкая ровная поверхность без заусенцев. Вот такой вот прием. Надеюсь, он вам поможет. Еще одна маленькая хитрость, даже не хитрость, а небольшой прием, как устранить перепад между различными участками плиты, потому что по рабочему шву получается такой небольшой горб. Как удалить какие-то наплывы цементного молочка, какие-то шишки? Для этого использую болгарку вот с таким вот обдирочным алмазным диском по бетону. Очень хорошо сбивает лишние наплывы, лишние неровности, и результат получается очень хороший. Еще одна маленькая, но очень-очень важная хитрость. Во время опалубочных работ приходится крепить к стенам, в моем случае к бетону, различные опорные бруски, опорные рейки, уголки, башмаки и так далее. Лучше всего для этих целей использовать вот такие вот анкерные болты. Именно болты есть анкера с гайкой, но чем они неудобны? Во время закручивания гайка уходит по шпильке. И если будет сильно большая длина, то возможно потеря контакта между головкой и гайкой, придется докручивать каким-то рожковым ключом. А вот такие анкерные болты, они вот именно удобны тем, что хорошо подходят под головку. У меня немножко не хватило вот таких вот анкерных болтов. И кое-где я наставлял обычные вот такие вот анкера.
Спад крестовый шлиц, даже использовал специальную биту ПЗ-3, по-моему, она идет как раз под эти анкера. Толку от этого нету, очень неудобно закручивать такие анкера, а выкрутить их практически невозможно. Развальцовывается сама головка, и потом приходится выдирать доску с корня. Вот это вот крайне неудачное решение, примерно половину анкеров я смог выкрутить, а половина так и осталась. Придется срезать болгаркой. Поэтому не пожалейте денег. Вот такой вот анкерный болт, он стоит примерно 15 рублей. Конечно, дороже, но зато потом никакого геморроя с демонтажом опалубки у вас не будет. Они очень легко откручиваются. Еще одна хитрость, она касается устройства рабочих швов или примыкания каких-то других конструкций к основной. Я проставил брусок в опалубке, точно так же, как делал рабочие швы в плите. И после распалубки, значит, появляется вот такой вот паз. Тем самым сцепление новой части со старой, оно будет куда надежнее. И все выпуски арматурные, я их тоже вывожу заранее. Конкретно вот здесь, вот с краю будет такой вот типа углового балкончика, который будет работать консольно, но об этом отдельное видео. Точно так же я сделал, подготовил стык под лестницей. Здесь вы увидите заранее несколько выпусков 8 арматуры, и также выведен паз. Тем самым сцепление марша с плитой будет куда более надежно, чем без такой подготовки. И еще немаловажный аспект касается техники безопасности. На стержни надо надевать любые заглушки. Тут уж у кого какая фантазия. Я нарезал небольшие куски обычного резинового шланга и замотал их изолентой. Тем самым свой глаз вы не оставите на данном стержне. Еще одна хитрость – это маркировка кабелей с помощью двоичного кода. Просто, наглядно, удобно. Но об этом, скорее всего, будет отдельное видео.